Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Станислав Ребятуши, на ваших экранах The Lone Dark Ребятуши. Давненько мы не записывали, надо бы было заглянуть, посмотреть, что изменилось. Но вот, Ребятуши, зашел я в игру, и нет в меню. Вот как-то так. Можно сказать, так, ну что же, давайте я опять меню включу. Так, меню, значит, Ребятуши, версия 325 уже. А когда мы снимали, я уже не помню, какая была. У нас добавились испытания, уже доступные. Вот я сегодня хочу посмотреть про них. Конечно, об этом я узнал, ну, как бы, не просто так. Вы на YouTube случайно заметили видео, там обновилась The Lone Dark, потому что я тоже решил поиграть. История пока не доступна в альфа-версии. А вот из выживания мы выживали с вами. А загрузить я не могу. Да, не знаю, может опять не работает там сохранение. Ладно, давайте поиграем испытания. Вот тут даже стоит такой знак восклицательный, типа у вас что-то добавилось. Вот, да, есть такие воспитания. Прям два испытания доступны. Давайте посмотрим. Так, безнадежное спасение. Неужели больше никто не выжил? Вам нужно узнать. Если бы вы только могли подать кому-то сигнал. Найдите сигнальный пистолет на вершине Волчьей горы. Выстрелите из него вершины маяка в точке запустения. А это что такое? Добыча. Часть первая. Вам преследует материальный... Материк-медведь, блин. Чтобы убить его, потребуется старое медвежье оружие зверолова. Доберитесь до домика зверолова, прежде чем медведь доберется до вас. Избегайте медведя, доберитесь до... Давайте самое первое задание попробуем. Вы так понял, про медведя будет там посложнее. Давайте попробуем первое. Примечание. Все настройки пока в альфа-режиме, многие из них времени... Со временем могут измениться. Окей, давайте пока попробуем. Так, за кого мы там играли? Давайте за мужика будем, наверное. Можно же, да. Я не помню, за кого мы там играли. Так, вы название играли Challenge 2. Не, давайте не Challenge. Блин, что сразу звук так громко стал. Испытание просто. Может быть, Challenge это и есть испытание, только на английском. Испытание 1. Так, давайте вот так попробуем. Неужели больше никто не выжил? Понятно, это уже мы читали. Как быстро мы загружаемся. Круто. Так, ладно, давайте посмотрим, что нам предстоит тут делать. Так, время поставили. Так, домик зверолова. Найдено новое местоположение. Ух ты, ё-моё, классно, слушайте, а? Так, хорошо. Так, давайте возьмем газировка. Как тут брать? Ага, вот так. Сейчас все посмотрим, я уже забыл, как тап работает. Ух ты, вот такой тап у нас. Это статистика наша, да? Осталось 5 часов дневного времени, но и... А, вот инвентарь. Ага, так, это мы, да, типа, блин, я пока тут все пойму, я же все добыл. Так, вот так выключить, е. Не работает, ладно, давайте возьмем всю еду. Это все пригодится. Спички давайте возьмем. Что-то там было написано красненькое, давайте все возьмем прям. Как это? Тут, наверное, надо взламывать, я не знаю, как взламывать, я пока не буду, блин, я не знаю. Так, посмотрим, что за испытание здесь. То есть я наберу, конечно, вещей, но я не знаю, оно мне прям надо, так сказать. Нужен топорик, вон или что. Нет, нет, ломать ничего не надо. Кровать спать же, да, можно спать по-прежнему. Как это вот здесь закрывать? Вот. Нет, нет, я хочу вон. А вот приседать ты умеешь. Круто, давайте посмотрим, что у нас там поищем. Так, давайте все возьмем, все наберем. Попробуем добраться до какой-то вышки. Вон там еще патрон, кстати. Давайте возьму. Пускай будет. Хотя тут медведя не будет. Но все равно мы возьмем. Так. Пусто. Капкан для чего-то. Так, просто инструменты. Да, не, давайте его 1 килограмм весит. Так, перстак. А я этим не научился. Повязки можно делать. Ой, блин, капкан, фонарь, повязка из старого мха. Мха. Что такое мха? Что-то для меня новенько, никогда не слышал такое слово. Так. Так, ага, вот это не надо будет. Вот это что-то с дровами связано, по-моему, повязка, хорошо. А мне точно все надо брать? Отправляться далеко, наверное, надо будет. Так, все берем, короче. Так, еще раз, инвентарь. У нас здесь теперь, да? 9 из 30 мы набрали, нормально. Килограмм. Так, шкафчик закрыт. Необходимый гвоздозер. У меня ее нет. Стул нету. Давайте покинем домик. Посмотрим, что у нас снаружи там творится. Так, ух ты. Так, загрузили, значит. Так, дом... Зверолова, местоположение. Я даже не знаю, где это находится, где мы... Я даже здесь ни разу не был, потому что выживали мы давно, а это, вот этой локации я не помню, тихо. Так, спуститься отсюда можно. У нас погода совсем хреновая. Минус 10 по ощущению, да?
Так. Волку мы вы, да? Наушники херово работают, это тоже слышно. А, вон, олень. Олень, вижу оленя. Оружия у нас нету. 6 дней. 23 часа. Осталось времени. 6 дней. Найдите сигнальный пистолет и на вершине Волчаной горы. За 6 дней 23 часа и 24 минуты. А, вон она как придумали, молодцы. Так, ладно, давайте посмотрим. Бегать ты у нас умеешь, это я сейчас помню. Так, такая локация, что-то новое. Я ее не помню вообще. Где они находили? Мы там 4 дня прожили и все. И так и ничего не добились. Может быть, потом сейчас повыживаем, попробуем добиться. Жаль, что сохранений нету, блин, печалька. Ладно, хорошо. Так, олени, вижу олени. Я даже знаю, где эта Волчиная гора. Хрен не знаю, карты у нас нету. Кстати, а как тут можно было посмотреть своего главного героя? Блин, тут нельзя посмотреть почему-то. Ладно, не будем. О, медведь, смотрите, вон, вот это имеется в виду медведь. Значит, мы к нему не пойдем. Я, кстати, его первый раз вижу в Зеландарке, я ни разу не видел. Он уже ее давно добавили, и он опасный зверюга. С оленем? Ой, кстати, с медведем лучше не шутить. Хотел сказать, с оленем не шутить. С оленем шутить-то не получится, он убежит просто. Он юмора просто не боится. Палочки можно собирать. Так. Интересно, где искать мне... Блин, я даже не знаю, куда идти, блин. О, смотри, что-то нашли. Это такая отдельная локация, может быть, в оригинале ее нету. В оригинале Зеландарк. Так, консервный нож давайте возьмем. Повязка обязательно. Так. Графически она не изменилась, по-прежнему она мультяш, но это хорошо. Но зато не лагает, ребят. Но она чуть больше стала весить. Боеспитания добавились, так. Да ё-мо, тут везде медведи гуляют, а что ж такое, а? Но от него бежать не получится, давайте сюда свернем. Он же за мной идет, наверное, по-любому. Кушать хочет. Вообще-то зимой медведи сплять. Сплячки, а этот гуляет, блин. Спать ему не хочется. А так без пабы, до весны хотя бы. Хотя у нас уже, ребятуши, уже скоро лето, а я в Зеландарке играет. У нас зима, холодрига. Ну а чё? Это еврейская Пасха. Все ясно, ребят. Да, ребятуши, записываю именно в тот день, когда у них это, блин, праздник у евреев. Поэтому и так холодно. Все ясно, ребятушки. Ага. Так. И не зря Зеландар записываю. Смотрите, куда-то я уже забрел. Я даже не знаю, где мы точно. Ты локация точно не знаю. Совсем не знаю. Вот там что-то срублено. Деревья, блин. Тут ни одного домика, ни хрена нету. Сколько? Минус 11 градусов, прохладно, я вижу прохладно. Усталости нет, жажды нет. Прохладно трохи. Осталось 24 часа, 53 минуты. Давайте какой-то хоть домик найдем, что ли. Я же даже не знаю, где эту Волчиную гору искать. Мы, конечно, не пройдем это задание. Зачем разламывать? А ее разламывать конкретно надо? Нет. О, смотри, вон домик, о. Вот хоть какой-то домик. Так, вот это что такое? Что за мухоморы? Так, зона ловушек. О, хреновенько. Гриб рейши. Давайте возьмем. Давайте заберем. А, ее собирает. Ну давай соберем там со мной быстро. Пускай будет. Может быть, медведя накормим в ним. Отравим. Зона ловушек, говорит. Значит, тут ловушки есть какие-то. О! Ух, топорик, это ж хорошие вещи. Так, прохладно. Значит, прохладно, да? А если хочешь. Что там хочешь? Жажды нет, доставки нет, легкий голод. Ну вот легкий голод есть у нас. Можем растопить что-то. А, не горюч. А нет, есть горюч, смотри. Давайте разжжем, не знаю. Надеюсь, оно раз... А нет, нормально, смотрите. Можно развести, хорошо. Хорошо. Просто думаю, тут холодно, мы не сможем развести. Смотри, добавили что-то новенькое, что-то такое не помню. Так, топить снег. Давайте пожарим. Тут можно, смотрите. Банку съесть какую-то. А, томатный суп. Персики. Давайте суп пожарим. Разогреем. Консервный нож. Давайте консервный нож. Мы топором ее пополам просто разрежем и все. Открывай. Так, 55 минут, 6 часов. Теплоотдача 6 градусов придает. Так, готовится пока. Нормально. Так, теперь она не прохладно, смотрите, повышается. Типа тепло. Тепло стоит. Давайте чуть-чуть подбросим. Во, это как хорошо. Нормально, так, хорошо. Может быть, конечно, можно было и потушить, но я потом не распалю. Второй раз уже. Блин, новая локация, даже не знаю, куда идти. Вот, наверное, туда дальше пойдем. Вот такой домик насквозь. Хорошо. Так. Прохладно нам сейчас не будет. Мы
Ну, сейчас и попьем, ему. Ты же выпил, да? А, ну, наверное, в инвентаре у нас, я уже забыл, просто уже в инвентарь наш залез. Это вот здесь, да? Свежая апельсина парка. Банка. Что, нельзя есть? А, нет, можно, вот. Давайте скушаем. Господи, открывай. Так я же вроде бы не это жарю. Ну, то есть не жарю, а это кипятил. Да, кушай. А что это еще за банка? Вот тут. Вот это что за банка? Давайте же это скушаем. Все, короче, пойму, чтобы у нас было все нормально. Бонус одежды, бонус ветростойкости, плюс 2 градуса. Вот там внизу пишется статистика небольшая. 5 градусов по ощущению, нормально. Плюсовая температура. Так, ну, у нас еды маловато, так что думаю, что хватит уже есть и пить. Так, костер можно зажечь? Блин, 3 часа дневного времени не так уж много. Это не зажечь, да? Взять головешку, добавить топливо. Давайте возьмем. О, давайте пойдем вот так, ребятушки. Продолжительность, бросить, хамать. А, махать. Ну-ка. Все, тихо, все, не махай, не махай. Когда не махай. Все, хай горит, у нас чтобы тепло немножко было. От медведя сможем так отбрасываться. Ну, как бы, защищаться, вот, точно. Пистолет главное найти, где его искать, не знаю. Найти какую-то гору, самую высокую, и подать сигнал. И тоже, в неизвестном, мы зайдем на какую-то другую гору, и это нам не засчитается, и все. Зря мы стреляли. А сигнальный пистолет я ни разу не находил здесь. Даже не знаю. Так, смотрите, я вышел. О, на рельсы, вот что-то знакомое. Вот, это знакомая локация, по-моему. Так, давайте пойдем к туннелю, наверное. Потому что оно сейчас потухнет. И у нас прохладновато, да? Легкая усталость здесь. Уже спать хочется, трошки. А сколько градусов там? Минус 2 градуса. Нормально. Нормальная температура. Все, догорело. Смотрите, уже там искорки маленькие, все. Так, ребята, чтобы с вами дошли, я немножко на паузу поставил, чтобы было не скучно вам смотреть, как я бегу. Так, во, разрушенный туннель. Новое местоположение, окей. Вот, смотри, там чувак лежит. И рюкзачок. И вот что дальше. Ой, ножик, отлично, охотничий ножик. Забираем. Так, берем, все, короче, берем, все надо, все полезное. Да, батончики, все это забираем. Труп сейчас проверим, замороженный труп. Мороженое, блин, валяется. Так, гущенка это хорошо, гущенка это хорошая вещь. Конечно, сладкая. Сахара много, наверное. Так, ну вот же эти вороны летают, как и просто, ну как и раньше было. Там, где труп, там и вороны. Над ним летают. Ну, ладно. Не поменяли. Так, хорошо. Разрушенный туннель, мы туда не попадем, да, никак. Ну, не, никак вообще никак. Не, никак. Тут что-то прохладновато, да. В туннеле прохладновато, значит мы сюда не пойдем. О, тут валяется, смотрите. Аптечка есть небольшая, повязка. Да, много лута. Наверное, просто легкий уровень сложности. Металлолом зачем-то взял. Ладно, так, спички обязательно берем. Надо же чем-то косы разжигать. Вон, смотрите, волчара ходит. О! Куда-то побежал. Добычу, наверное, увидел. А мы тут были. Мы тут не были тоже, наверное. Вот куда он побежал? Что это такое? Ё-моё, я на пробел нажал, а тут что-то такое. Действие в лагере. Изготовление. Просит приманку. Аптечка. Журнал. Источники света. Источники света есть. Блин, прикольно. Что-то раньше тоже такое не видел. Ладно, я туда не пойду. Блин, не, чувак. Давай, короче, как-то ты это отвалишь от меня. Он за мной идет, ребят. Так, давайте. Я не знаю, боится он меня. Нет, я побежал. Конечно, нельзя подавать признаки страха, но мне похер, знаете, мне жить хочется. Я помню, как он меня тогда загрыз. Не, ну нахер. Если мы даже испытания не пройдем, то, ребят, уж запишем другое испытание. Ну, блин, ну пошел нахер, чувак. Иди в шоу, блин, ну реально. А ты воды боишься, может быть тебя на воду заменить, хотя нет. Блять, он галка. Он сейчас двоих друзишек позовет, и мне будет хана. Да. Блин, все, мне пизда. Мне честно, блин, реально. Он же сейчас подойдет. Так, давайте бросим. Бросить можно? А, можно отбиваться. Точно. Вот для чего эту функцию добавили. Все. Кстати, а медведя, может быть, медведь на него нападет там? Он за мной идет уже. Он не бежит. Все. Отвалив немножко. Так, хорошо. Главное, что фаер. Мы спичкой уже не будем размахиваться, не?
Спичкой мы его вряд ли будем отпугивать. Вот про это мне говорили, типа, что они боятся огня. Ну, конечно, если махать огнем, то он будет бояться. Чувак, не лезь, видишь? Блин, усталость, я сейчас засну перед ним, это будет хреново. Ладно, сейчас мы доберемся до вагона, я думаю. Может быть, там что-то есть, спасение какое-то? Сонная муха, блин. Кофеек мы не будем пить же? Как бы... Ну, как сказать так? На ходу кофе пить. Нас тут волк за нами следует. Видя, я если не махаю, то он начинает бежать уже. Начинает приближаться ко мне. Задом я бежать не умею, тем более спать надо уже. Меня бояться даже, волчаря ты. Так, ребята, он походу отстал. Понял, что нельзя со мной связываться, и отцепился. Вот нам, наверное, труп лежит. Судя по воронам. И мы добрались до вагона. Хорошо. Нам надо поспать уже, ребятушки. И холодновато немножко стоит, прохладно. Поэтому скоро и здоровье будет падать у нашего главного героя. Как мы будем, кстати, называть? Не знаю, вы можете написать, в принципе. Да, я понимаю. Как бы его назвать, нашего главного героя, имя ему дать. Ну, если вы захотите. А так, ребятушки, мы еще посмотрим другое испытание. Думаю, что в следующий раз. Риск переохлаждения. Понимаю. А, в вагоне сошедший с рельсом. Блин, тоже знакомое что-то. Ай, привет, ты не умеешь же. А, ну, я так не залезу. Ахерово, скажу тебе, друг мой. Эти вагоны просто сошли с рельсом. Обычная локация, ничего удивительного, блин. Я в GTA то же самое, в принципе, делаю. В вагоне с рельсом сношу. Вот труп. Блин, нам надо найти хотя бы... О, и там вон еда лежит. Нам бы найти хотя бы, знаете что? Ну, как это сказать, господи. Ой, блин. Печку найти, да, чтобы согреться немножко. Ну и поспать, где бы не помешало. Так, в принципе, первой помощи. Давайте возьмем повязку. Все, короче, берем. Олень. Не надо. Да, ну я не буду собирать. Не могу. Некогда, короче, ребят. Так, ладно, блин. Не знаю, куда-нибудь мы дойдем, хотя там за поворотом хотя бы домик какой-то большой. Можно, конечно, и в горе пойти, но там мы вообще, блин, сгнием. А локация у меня вообще неизвестна. Хоть и чем-то похожа на обычную. Ребята, мое спасение уже впереди. И душу, нашел я хотя бы какой-то домик. Я уже шел по рельсам и думал, сверну немножко с рельс. И хотя бы нашел хоть что-то. Вот, вижу какие-то домики, надеюсь, они открыты, там же контейнер есть. Но я лучше в домик зайду. В контейнер, наверное, там холоднее будет. И там, может быть, нету печки. А нам дальше и печка, и поспать где-то. И согреться, и покушать, и попить, надо все, короче, сделать. Но самое важное, нам надо подлечиться, такое. У нас, блин, холодно, и спать надо. У нас очень темно. Нет, не зажигает, не зря. Лесозаготовительная стояночка, хорошо. Блин, домик такой разрушенный, ладно, пошли в этот домик обычный, пошли. Давайте обычный тогда, если дом тут зарушен. Ладно, слава богу, так. Так, прицеп, найди на местоположение прицеп. Хорошо, берем. Стул, не надо, факел вот это обязательно. Спать есть где, это хорошо. Нету где... А, нету. Нету, блин, печечки маленькие. Поспать-то мы можем. А где мы согреемся с тобой, друг мой? Ну вот здесь я вижу, блин. А, кстати, может... Блин, как бы тебя... Нет, не. Стой. Вот, дожди. Сейчас, погоди. Переутомление очень сильно, да, смертельный холод. О, нет, смертельного холода. Давайте часика два отдохнем. Слава богу. Здоровье восстанавливается или как? Смертельная усталость. Тепло. Теперь, ребятуши, блин, ни хрена не видно. Нет, назад. А факел нельзя здесь бросать случайно? Да. Ладно, хорошо. Что там у нас? Давайте попьем что-нибудь, типа, кушаем. Съесть, вот это уже портится, так что давайте скушаем его быстренько. И запьем газировочкой. И поспим нормально. Так. Вот это еще тоже можно. А, это еще открывай, ешь, и банку выбрашивать. Не таскал собой. Так, говядину скушай. Сейчас запьем быстренько. Запиваем. Газировочка у нас есть. У нас еще есть такая банка, гущенки. Давайте вот это выпьем. Виноградный лимонад. Хорошо, виноградный лимонад, это хорошо. Все.
Больше нам ничего не надо. Теперь надо найти кровать. Конечно, дома, блин, пришел пьяный человек, блин, домой. Ищет свою кровать, блин. В темноте не найдешь ты. Вот, отлично. Так. Два часика четыре. Подождать. А что такое подождать? Давайте отдых. Нам ждать не надо. Это мы будем типа дремать? Не, нам дремать не надо. Нам бы поспать нормально. А эти спички, что за спички такие, блин? Где вы их делали? В Китае, что ли, блин, что перегорает так быстро? Че в игру нельзя, можно, не добавили большие спички? Или фонарик? Ну, может быть, ее найти можно? А, ну да, есть фонарь. Кстати, фонарь. А мы ее не нашли, да? Такой большой фонарь у нас был в обычном Зеландархе. Когда мы выживали. Вот. Да, источник света, ага. Нет у нас фонаря. Только такой. Ну ладно, что тут залутали? Подушка. А, ткань, не будем, блин, резать подушку, мы не такие уже звери с вами подушки резать. Забирай, антибиотики надо, так. Ладно, кровать, давайте еще поспим. Мы проснулись, полностью отдохнули. Отдохнул. Теперь пить хочешь сильно, да? Пить хочешь, на. Виноград допей свой, а то испортится. Сейчас выпьешь, погоди. Да, и ты еще не доставай телефон. Я знаю, что время вышло уже. Ну, блин, да чё ты такой, блин, бухой, блин, постоянно. Пить. У меня вода уже кончается, блин. Мы сейчас потом воду, может быть, где-то растопим. Снег растопим немножко. Кофе себе сварим. Такой, блин, эти... Блин, у нас вообще еды мало, блин. А, блин, ни хрена не видно, блин. Ё-моё. Сейчас так, блин. А, так, 6 дней, 8 часов, 41 минута. Хреново. Так, как там, а вот статистика, тепло, сухость во рту, сытность. Не, нормально, давайте попробуем пойти полутать другие ящики, и думаю, закончим серию. Ох, ребятушки, у нас раннее утро, смотри, как классно, а? Все такое красненькое. Кстати, можно же, тут печки нету, тут лучами. Так, шипшина, а, это шиповники. Собери, давай поберемся, шиповник весь. Не оставим зверям, что кушать, себе все заберем. Это ему тоже уже не надо, я думаю. Нет, не надо его разламывать. Ничего, не надо контейнер, это тебе не контейнер. В труп что-то складывать. Это вообще уже так, о, отлично. А, давайте немножко водички растопим. Нету горючего. Печалька, ладно, давайте обычные. Это спички. Давайте вот это, так, 30 минут. Навык разгорания, успех 51%, нормально, против. Давайте разжигаем. Блин, главное, чтобы он разжег, распалилось, блин, разжег. Так, ребятушки, ох, слава богу, блин, нормально, мы распалили огонь. Так, 26 минут будет, а не, мы сейчас подбросим, добавим топливо. Все, а это пускай будет палочка, так. А, теперь стоп. Так, пенсионная банка, еда. Давайте воды немножко растопим. Хотя бы 1 литр топить, давай топим. Так, ну думаю, что нам хватит. Да, блин, это время кончается, 6 дней осталось. Как я вообще найду за эти 6 дней? Не знаю, блин, я вообще не понимаю, как мы будем это проходить. Так, не питьевая. Кипятить воду, давайте закипятим. А, нет, стоять, стой. У нас 1 литр, давайте ее же закипятим, чтобы у нас была нормальная чистая водичка и теплая. У нас, по-моему, там холодно очень становится. Давайте еще вот это, банка персиков разогреем. Да, открывай. Ух, блин, чтоб надо было хоть немножко попить, поесть, чтобы все было у нас, ребят. Так, хорошо, 59, наверное, нормально, мы сейчас и согреемся, может как раз и попьем, вот ты у нас пить хочешь сильно. Так, хорошо, что у нас там сильно похолодало? Ой, ветерок дует начинает. Чувак, тебе там не холодно лежать? Лёпай поближе ко мне. Я, в принципе, не против, так. А, это есть, ну давайте скушаем. Тепленького. Теплые. Персики тепленькие. Хорошо, так. И попьем водички. Все? Доволен? Все нормально. Все. Все. Еще немножко остается водички у нас. Чего? Все отлично. Теперь что дальше? Давайте другие контейнеры полутаем быстренько с вами. Так, этот я здесь был. Значит, дальше пошли. Вот там возле туалета. Туалеты так по-прежнему не открываются, да? Так, ребята, давайте здесь, я думаю, закончим. Сейчас мы зайдем и сразу закончим серию здесь. Там, ребятуши, я подумаю, можно мы пройдем это испытание до конца. Вон труп там замороженный, кстати. Прицеп. Ладно, ребятуши, давайте здесь закончим. Может быть, в следующей серии пройдем испытание, если захотите. Либо посмотрим еще одно испытание, которое здесь есть.
Я пока не знаю, как все будем проходить. Вообще, без понятия. Все, ребятуши. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Лайк Позитивно. Это была игрушка... О, фонарь! Да, ребятуши, игрушка фонарь. Так, Зеландарк, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Встретимся в следующей серии, ребятуши, нашего выживания, так сказать. Все, ребятуши, до скорой встречи, всем пока-пока.